Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале DudoPlay, мы играем в игру Fighting с чудищами. Так, ну что ж, мутанты, то есть, да, мутанты. Смотрите, нам предлагают взять, допустим, щит. Перетягиваем потом силу. Ну и возьмем, давай, когти. И делаем нашего мутанта. Так, посмотрим с нашего собакена, что получается. Оу, прикольно. Смотри, интересно. Так, ну что ж, давай с этим песиком поиграем. Угу. Так, давай, атака. Есть. Смотри, мы много нанесли ущерба. Так. О, он совсем немножко нам ущерб нанес. Хорошо. Так, смотри, спецспособность. Давай возьмем вот эти клыки. Так. Есть. Смотри, мы как нормально. Мы половину здоровья его ухандохали. Так, что же еще возьмем? Сейчас попробуем. Давай защиту попробуем. Давай попробуем защиту, что она даст. Так, мы просто же защищаемся, да? Так. Ну, защита что-то ничего не дала, да? Давайте вот этот пиночек сделаем. Атака. Атака. Тух. Есть. Так, половина. Так. Нет, смотри. А, нас тоже, смотри, наносит. Давай еще один огненный удар. Посмотрим. Так. Есть. О, вот совсем немножко осталось. Ну, мы его сейчас скоро довоюем. Так, осталось чуть-чуть. Так, а что у него два удара? Нифига себе. Подожди, алло. Сейчас третий удар? Подожди, в смысле, что происходит? Не пойму. Три удара мне нанес. Так, давай, когти. Угу. Супер когти, есть. Наконец-то мы победили. Хорошо. Так, и нам открылся еще что-то интересное. Какая-то способность. Мы получили кубок. И теперь продолжаем. Идем. Так, смотри, давай вот эту штуку попробуем, да, что нам дали. Потом, смотри, здесь есть огонь. А, огонь не берется, алло. Ладно. Так, давай возьмем вот эти когти. И возьмем силу. Вот так. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Та-дам! Тыщ! О, нифига, это был рок! Офигеть! Ну, давай попробуем. Угу. Так, наш песик. Ух, нифига, он страшный. Смотри, скелет прям. Так, укус. Есть. О, нормально, нормально получился укус. О, еще нам дает, давай, пинок огненный. Так, тыщ. О, классно, прям отлично, половина уже. Так, а ты что такое плюсики? Давай попробуем. А, это защита идет, получается, лечение. Ну, нам оно, в принципе, не нужно было. Ладно, сейчас мы выберем еще что-нибудь. Когти, о, когти, давай, атака. Так, хорошо, скоро мы его песика этого завоюем, и нам дадут что-то интереснее. Что-то интересное. А как он у тебя рогом? Ничего не делает, да? Сейчас я посмотрю, подожди. Вот два укус делаем. Угу. Так, о, все, мы его победили практически. Сейчас, о, давай, рог, рог. Используем рог. Все, победа есть, молодец наш песик. Так, мы открыли вот эти вот, значит, бонус. Вот эти кости мы открыли. Сейчас посмотрим. Так, дальше. Дальше идем. И возьмем. Так, а, вот два кости попробуем. Вот этот попробуем. И попробуем еще вот эти вот штуки. Так, сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, пёска. О, да, страшненькая. Страшненькая пёска получилась. Ну смотри, у нас противник еще страшнее. Ой, вообще страшный. Не знаю, сможем мы его побороть. Ну, смотри. А, мало смотри совсем. Потому что у нас эти когтей нету. Блин. Не знаю. А, он залечился, смотри. Офигеть. Так, давай делаем удар. Пинок. Тыщ. Так, смотрим. Еще он сейчас опять подлечится. А он опять подлечился. Что за дела такие, алло? Хорошо. Так, давай сделаем еще удар.
Если сейчас он опять подлечится, я не знаю, как его тогда будет завалить. Получится очень трудно. Ох, нифига, он, смотри, выдал, нормально ударил. Так, давай, ты тоже напал, да? Тоже достаточно сильно нанес атаку. Двойная атака, ничего себе, две атаки. Офигеть. Так, давай мы тоже сделаем две атаки. Я думаю, быстро сейчас нажму, тоже будет две атаки. Нет. Ладно. Давай зубки. Зубки-то у нас есть. Зубки. Хорошо, прям такие мы сделали удар. Давай еще зубки попробуем. Да, вообще зубы вообще нормально. Осталось немножечко его. Ох, нифига он, смотри, что он сделал. Так, конечно же, подлечимся. Давай. Так, о, мы практически полностью подлечились. Так, ну, понятно, понятно. Пока. А, вот, смотри, давай пощечину. Я ни разу не делал пощечину. Есть, все, мы его победили. Молодец, собакин, он прыгает и радуется. Так, ну, нам открыло сердечко. Это дополнительное здоровье и зубы. Дополнительно 5% к атаке. Хорошо. Полностью мы этот континент с вами выиграли. Так, попробуем давай здесь. Южная Америка. О, открыли нам еще один, смотри, слот. Так, мы берем кости, мы берем зубы, мы берем силу и мы берем. Так, отсюда ничего нельзя взять. Ну давай вот этот скелетоночек возьмем. Угу. Так, сейчас посмотрим, что у нас получится. Тысяч. Ох, нифига, это даже не собака. Это знаешь, на что похоже? На крысу какую-то, да? Офигеть, страшная как крыса. А, нифига, там на другом континенте, смотри, какие чудища. Какой-то мутант, таракан какой-то. Так, ну что ж, ладно, мы сейчас сделаем тебе укусик. Укусик конкретный. Хопля. Так. Ну, смотри. Ой, хорошо, смотри, он нас не сильно поранил. Он двойной удар. Смотри, у него двойной удар. Это очень нехорошо. Тройной! Нифига себе, три удара. Слушай, давай пощечину мы тебе дадим. Она не сильно много убирает здоровье. Ну ладно. И да, вот давай такой. Когти, когти. Когти у меня сильные. Так. Ну, в принципе. Сейчас мы его добьем, подожди. Сейчас мы давай еще когти сделаем. Да, когти. Не будем пока подлечиваться. Остался еще один удар, как минимум. Если он сейчас мне три удара сделает. Раз. Сейчас еще. А, нет, все, да. Так, давай укусим. Укус мощный. Вот все. Мы его победили. Так, молодцы. Что же у нас еще откроется? О, интересно, что это такое? Угу. Нордик. Так, непонятно, что такое. Ладно. Так, что ж, давай сейчас попробуем нового мутанта сделаем. Так, возьмем вот эти штуки, возьмем вот эти, укус возьмем и еще сердце. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что у нас получится с нашей собачки. Ой, Dead Body Press Reset. Что такое? Не получилось. Офигеть, у нас не получилось, он у нас умер. К сожалению, наш подопытный. Так, а, это несовместимые вещи, смотри. Да, эти нельзя совмещать, ладно. Посмотрим. А сердце можно же совмещать? Можно, все, мутируем. Так, сейчас посмотрим, что у нас будет. Какой песик? О, вообще нормальный красавчик. А, понятно, это же рога, видишь. Нельзя совмещать один рог с другим. Хорошо. Так, здесь у нас, значит, давай защиту возьмем. Угу. Так. Сейчас посмотрим. Так, вот смотри, видишь, у нас он мало взял. И атака. Атака, давай, когти. Есть у нас когти. Так. Сейчас посмотрим. Так, 45. Ага. Так. Смотри, какая у нас. Какая у нас челюсть. Мы можем с одного удара перекусить его. Так, ну давай, когти возьмем. Ну, что-то когти мало дают. Не, что-то у нас сборка не ахти.
Он еще и подлечился. Так, ладно, давай еще попробуем такую атаку. Нет, нет, давай переиграем, слушай. Даже, я думаю, в лабораторию вернемся. Возьмем зубки. Так, возьмем вот эту, значит, силу обязательно. И когти. Да? Вот такой мутант у нас будет мощный, я думаю, он достаточно сильный будет, намного, чем тот был. Вот, песик. Пёска, давай ее с трех ударов. Смотри, сейчас три удара, и мы выиграем. Так, у нас, смотри, у нас этих меньше. У нас меньше здоровья, у нас 248, у того аж 300 было. Так, мы сейчас посмотрим. Зато у нас сила. Зато у нас мощная сила. Так, давай когти. Да, мы много прям выкидываем жизнь у него. Так, молодцы мы. Я думаю. Так, используем сейчас, знаешь что? Зубы. Вот, зубы вообще мощные у нас зубы. Во, нифига! Почти что полностью отняло жизни у этого тараканчика. Прям зубы у нас вообще мощные. Надо вот зубами делать все. Так, сейчас, если зубы будут, я использую зубы. Зубов нет. Ладно, используем когти. Когти тоже достаточно сильные. О, нифига. Мы почти что его победили. Почти что. Он подлечился, но ничего. Сейчас мы сделаем сокрушительный удар. Вот, зубы, 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 зубы. Это вообще мощь. Все, все, все. Мы уничтожили этого тараканчика. Молодцы, молодцы, молодцы. Так, нам еще что-то интересное открылось. Интересное. Так, посмотрим. Так, а что у нас? А, вот у нас, блин. Я не знаю, что это такое. Но что-то новенькое открылось. И мы соберем пёску. Новую. Вот такую вот. И посмотрим, как он будет выглядеть. Так. Ну, в принципе, мы это видели. В принципе, мы вернемся назад, сделаем что-то интересное, другое. Так, ну это, наверное, уже, скорее всего, будет в следующий раз. Попробуем поиграть. Посмотрели игру. Ну, как бы следующая серия будет завтра. Всем пока-пока.